Всем привет! Приглашаю вас прогуляться по Фикс Прайс, посмотреть новиночки. Новиночки есть, их достаточно много, и среди них есть весьма интересные и забавные вещицы. Так что давайте начинать. Хозяйственные ящики объемом 12 литров с крышкой. Производитель Татарстан. Состав полипропилен. Продаются эти ящики в двух расцветках. Бирюза и вот такой салатовый. Это удобная система хранения, качественный материал, который с годами не теряет своих свойств. И удобно то, что идет крышка в комплекте, не нужно ее подбирать. Раньше эти боксы продавались полупрозрачные, все их знают. Вот так вот выглядит крышка, она имеет защелки. Очень удобно ставить один ящик на другой и отлично подходит для вещей, сезонных, допустим, да, которыми вы не пользуетесь каждый день. Новый гель, скраб и маска, 3 в 1, стоп акне, называется No Problem. В этой огромной тубе всего 170 грамм продукта. И заявляется, что он улучшает микроциркуляцию кожи, сужает поры, устраняет жирный блеск и купирует рост бактерий. Продукт содержит цинк и экстракт хвоща. Если кто-то пробовал из вас уже этот продукт, пишите в комментариях, правда ли написали нам на этикетке или это очередной маркетинг-ход. Небольшие куклы Милы от Play the Game, производство Китая, упакованные как пирожное, мороженое. Кукла замотана в нечто, напоминающее сладкую вату. Но на самом деле это волосы куклы. И вы можете ее расчесывать, делать прически. Есть даже крабики в комплекте. В преддверии лета начали завозить уже надувные матрасы, надувные круги и другие плавсредства. Цены варьируются от 99 до 199 рублей. Диски на рукавнички, допустим, стоят 99 рублей, а матрас уже 199. Предназначены все эти плавсредства для детей старше 3 лет, сделаны из плотного разноцветного полиэтилена, произведены в Китае. На каждой коробке есть подробная инструкция по применению, есть достаточно интересные вещи, поэтому если у вас еще нет летнего арсенала для игр и времяпровождения на воде, зайдите в Фикс Прайс. Очень симпатичные шкатулки из стекла и стали. Декорированы они в цвет вроде бы и золотой, но в то же время он отдает немножко в бронзу. Похожие шкатулки были, если кто-то помнит, вот в знаменитой золотой коллекции, но мне кажется, в тот раз они немножко другой были формы, чуть пониже и пошире. Но это мне так почему-то кажется, я могу ошибаться. Шкатулки сделаны очень качественно, нигде нет следов клея, выглядят классно. Даже моему сыну они очень понравились. И, возможно, в этот раз я шкатулку прикуплю, потому что в тот раз они мне очень понравились, но я не взяла. А в этот раз придется брать подорожавшие. Очень полезная новинка появилась в Фикс Прайс. Это эмаль универсальная во флаконе с кисточкой, которая идеальна для ремонта царапин, трещин и сколов. Объем этой эмали 8 мл и предназначена она для ремонта царапин, трещин и сколов лакокрасочного покрытия автомобилей и других транспортных средств, устранения незначительных дефектов на поверхностях из натурального дерева, ламината, паркета, ДСП и ДВП, кожаных изделий. Подробная инструкция на обратной стороне упаковки. Эмаль действительно классная. Я такой эмалью ремонтировала себе газовую плиту. Детская зубная щетка Ультрадент с мягкой щетиной, предназначенная для детей старше 3 лет, а точнее можно сказать для девочек, потому что щетка идет в наборе с куклой. И я думаю, мальчики вряд ли будут такой щеткой чистить зубы. На самой щетке ручка сделана в виде скрипки. И рядышком лежит кукла для привлечения ребенка, так скажем, к процессу чистки зубов. Куклы в разных магазинах разные. Есть в розовом варианте, есть в бирюзовом.
Щетка симпатичная, срок годности составляет 10 лет. Так что если у вас есть маленькая принцесса, которая не желает чистить зубки, советую присмотреться к этой щеточке. Горячее обертывание апельсин-грейпфрут для быстрой коррекции фигуры. Произведен сей продукт в Казани. Обещает нам быстрые результаты, подтянутый силуэт, упругие формы и гладкую кожу. В своем составе имеет эфирное масло апельсина и грейпфрута, кетон малины, коллаген, гидролат апельсина и масло жожоба, которые по своей совокупности стимулируют процесс обновления клеток кожи, смягчают и обновляют ее. Увидев эти кошелечки, в очередной раз подумала, вот умеют же все-таки люди, знаете, из ничего сделать что-то. Это силиконовые кошельки стоимостью 149 рублей, производитель Китай, состав силикон, нейлон, ПВХ и прочая бяка. Эти кошельки состоят из двух частей, непосредственно из самого силиконового кошелька и приклеенной к нему силиконовые фигурки животного. Фигурки есть разные, подобраны под цвет кошелька. Кошелек застегивается на молнию. И вы знаете, достаточно мило они выглядят, я вам хочу сказать, особенно для детей. Это, наверное, будет радость заиметь вот такого яркого единорожку или какого-то слоненка, которого, знаете, прям вот даже взрослому не хочется выпускать из рук. Кстати, этот кошелек имеет силиконовый карабин, достаточно крепкий, что позволит повесить этот кошелечек на джинсы или на какую-то курточку за шлевку. Посмотрите, какой котейка классный. Ну вот какая девочка откажется от такого котика? Я думаю, что вряд ли. В общем, зайдите, присмотритесь. Может быть, кто-то выберет на подарок своей дочке, кто-то внучке. Симпатичные кошельки и стоимость, наверное, оправдана. Концентрированный гель для мытья посуды и детских принадлежностей «Нан» с древесным углем. Объем 900 мл, стоимость 149 рублей. Средство неплохое, пенится хорошо, достаточно густое, удобная бутылка, которая устойчивая. И флакон имеет дозатор, что тоже немаловажно. Бутылку не нужно переворачивать, просто открутили дозатор и пользуйтесь. И второй аромат – сладкий лимон. Новый гель-смузи для душа, сияние и тонизирование с очень приятным нежным ароматом клубники с бананом. Гель достаточно плотной консистенции. Как я сказала, уже имеет приятный аромат, объем 580 мл, стоит он 77 рублей. Произведен этот витаминный коктейль для душа в России. Вы только посмотрите, какие привезли новые картины по номерам. Эти картины выполнены на картоне и предназначены как для начинающих художников, так и для настоящих профессионалов. Все картины пришли на одну тематику – это волшебная мандала. Размер картины, которая у вас получится, 30 на 30 сантиметров. В наборе есть рисунок, есть кисти и краски. На лицевой стороне коробки вы непосредственно видите рисунок, который находится внутри, а на обратной стороне коробки подробная инструкция по применению. Очень сочные, интересные, красивые орнаменты помогут вам избавиться от стресса. Преддверный коврик размером 50 на 80 сантиметров. Произведены эти коврики в Китае, состав полиэстер, ПВХ. В магазин приехали в нескольких расцветках. В нашем магазине бордовые и бежевые. Край коврика ничем не обработан, но он и не должен обсыпаться. Вот такой вот бежевой расцветки и бордо. Небольшой растительный принт, который нанесен золотой краской. Как я уже сказала, край коврика не обработан. Ворса невысокая, но мягкая. С обратной стороны противоскользящее покрытие. Щетки для уборки от Home Time высотой 1,20 м. Производитель этих щеток Китай. Щетки широкие, щетина частая. Очень качественно сделано все.
Щетки действительно классные и стоят того, чтобы к ним присмотрелись. Расцветки есть различные, есть голубые, зеленые, оранжевые, красные. У меня такая щетка есть, я ей пользуюсь очень давно, покупала я ее в Магните. Уже достаточно много лет, но она не изменила ни своего внешнего вида, ни качества подметания пола, если можно так выразиться. Так что рекомендую вам присмотреться к этим щеткам, и если вам нужна была щетка для уборки, лучше купить эту. Щетка продается в сборе, черенок и нижняя часть метла. Подушки-сидушки производства Китай по 199 рублей в различных расцветках. Состав полиэстер, синтетическое волокно. К достоинствам этой подушки можно отнести то, что ее можно положить как на одну, так и на другую сторону. К недостаткам то, что она недостаточно объемно набита. После того, как на ней посидит кто-нибудь 2-3 раза, подушка превратится в абсолютно плоскую. Имеются две завязочки по бокам для прикрепления к спинке стула. Размер 40 на 40 сантиметров. Вязаные женские топы. Производитель Китай. Состав вискоза полиэстер. Стоят топы по 149 рублей. В продаже есть различные расцветки. Зеленые, темно-синие, красные, белые, черные. И вот такие вот пастельно-розовые. Рисунок — это обратная вязка, продольные полоски. Внизу топ на резиночке. Связано все, выполнено аккуратно. Просто единственное, что у меня вызвало легкий культурный шок, это обработка горловины и проймы. Нету никаких ни беек, ни планок, вообще ничего. Просто закрытие петель и все.